дискраде, а все смотрят аккаунт так-то. В Расков танка. Это на трэш не почистит, он один. Кстати, ты апнул все две Т5 уже на танке или нет? Один кусок там. На этом КД еще один возьмешь. Чтобы агро хорошее было. У меня есть, блядь. Опа. У меня нету ворона. Ну че, Вась? Забери его. Пора, ты понял, зачем в танке? Тоже в Т5 или нет? Какая разница? Типа у меня танк, блядь, не держит ДПС. Такой, как он сейчас. А! Агро! Аунт кидать просто. Походу мы дальше трэш не пройдем, да? Мы просто говорят, если на максимальном рейнже стоять, вот этот тип не будет чарджиться. Лех, ну тут явно твоего танка не хватает. Что? Явно твоего танка не хватает. И нету спека. Я вообще убрал спек. Могу я потанковать. Это он мне не нужен просто. Греча, Воид и Враска точно в танках. Вот этого хама куда-нибудь вот. Че, кого танчишь? Я танчу, что ли, получается? Танканешь тут на первом. Это у меня спек. Мне интересно, почему ты брал на этот. Короче, я потом с тобой поговорю, там символы твои мне интересны. Некоторые и ветка. Я нестандартный, Бладдека. Моса, ты вару можешь выдержать? Первая пати. Так поставь его танчить этого, блядь, трусы и нормально. Это у Иглера, да, он туда его запихнул. Кого будет танчить? Я написал ему. Люди 6-8 группы, которые хоть у вас и КД. Короче, Мосса, сиди чисто на нем просто. Вообще, все равно вот получите. Я кого танчу? Слобик-то сумонять, не? Так, резист, Молдазар и Нонака будут на диспеле. Шкаф. Говорят, на декурсе, правильно, по-моему. Чё, ты их, может, по группам раскидаешь? Так раскинуты. Ну, в плане они... Да вон вагу возьмите, пускай поможет.
Благо АФК что там. Ну или делать вид, что АФК что. Короче, ладно, пофиг. Вар, короче, вводит туда. Греча у нас, получается, сидит на черепе. Я тоже вижу, что я АФК. Чего, Кирс? Сильно мало. Я говорю, тоже могу сделать вид, что я АФК. Давай, блядь, в игру заходи. Греча, куда? Короче, на черепе, Враска на кресте и воет ромб и боссу забит. Силобезный, ты свое обычное дело делаешь. Так квест где танчится, там же где стоит. Метка стоит, вот. Вот сюда-то? Вот сюда на квест вытащить? Да, кинешься в него щитом и отойдешь сюда. Ну только отходи дальше, где шкаф стоит, чтобы он примерно сюда подошел. Я просто пока дойду, я думаю, что вы уже закончите. Че, у нас один пал, да? Бля, это пиздец, враз. Я смотрю на того танка, это пиздец. Давайте на баф на готовность. 274 шмотки, это нормально камни поставить, блядь? Ну он не танчит же. Okay. На пульте на танков не бейте сейчас мобов. Окей, okay, короче, уговорили. А их не нужно бить. Крик это на АП, крикните. Ну-ну, отводите. Че ему пофигу? Да пускай стоит там, чувак. Пускай здесь уже будет. Сейчас будет активация. Если по глаз активен, то Рамбику сыграли. Только РДД. Мидж собаку убивает. Моссо, смотри, когда будет череп активен, там будет сильно прошибать этого вара, так что там сразу диспель с него есть. Лёха, у моего Мишки есть будущее? Ты ж хотел совы, не Мишку. Бля. У совы есть, у Мишки нет. Как, вообще нету Мишки, блядь? Войт, если чё, готовься Киглера себе забирать. Сейчас активация. Далее Геру. Резист, Молдазар, Диспел. А уже дру есть. А у кота? Так кот я в последнюю очередь буду делать такой спин жесткий. Собак заберите. Жужин по слобику БР. Пиздец, у меня опять пиздец сох, нахуй. Учись хантов. Крик на АП, каску ханта. Трусы активны.
Да, шип. Лёх, мастер лут поставь. А, стоит. Стоит вроде. Угу. 5 секунд. Ну, ванилька там написывает, да? Привет передает. Похиливайся. Хуен. Прохилили. Просиливается. Это Амелики его, по-моему, не бьет совсем. Знаешь, что убило? Огненная глыба в раз. Ну, ты слишком близко подошел, потому что стоял бы ближе к нам и умер. Да меня, ну, с меня угорали как-то, когда я тоже спросил. 40 тысяч огненная глыба от вразки ебану. Прям по моим стопам идешь. Мне на вокруг. Это вокруг танка дома. Когда мы идти. 6 радиус. 6 метров радиус. Ой, забирай собаку. Локи могут приручить тоже. Дерзать. На 5 минут целых. Белорус, приручай. Да нахуя? Будет тебе новый пет. Если бы на ачивку делали, я бы приручил. Этот пет, ты видишь, какого размера? За 10 эрек дамажит. Нелики, отойдите от босса. Что, надо, можно спекаться, да? Крошка надо кому? Ты нашел покупателя? Ну, у меня тут варус краш. Дай мне ответственно. Сейчас. Так сказал, я думал, кружка упала, испугал. Сколько он тебе за кружку хочет? Ну, я еще не разговаривал по этому поводу. Я просто спрашиваю, надо. Ну смотри сам, у меня есть чувак, он правда за десятку готов покупать. Ну этот больше даст. Ну, пожалуйста, вперед, пожалуйста. Это минимум 20-ки, да? У него просто тринкетов вообще нету, и он, блядь, ходит за тринкетами, блядь, ему нигде не падает. Ну, это бурбур, да? Не, это этот вар, который сегодня повредил. Он думал, воля упадет, а воля не упала. Так она на вару хуйня, по-моему, помнишь? Да, на вару вообще херня. Мне похуй, что ему только, блять, ему не говорить. А это какой ник у него, автерматч, да, вот этот? Нормально, 3 навара, 12 кас не давал. На статике... Сейчас я ему отпишу, скажу, что хуйня какая-то. На статике, если на фурика с костой сделать, то нормально. Пущи продаются или нет? Там топор какой-то продают. Да, вару. Там спроси, вару не нужны ли
запы вот эти, которые... А он в прошлый раз упал. Как бы пока у него не будет осок, это будет ему наилучшее. Там пора до воронку упала. Я не думаю, что я не это рок вагон или нет, взяли спать? Хилы у нас вакеры, у меня опять умирает. Вы танки возьмите себе, помогу, блядь. Пожалуйста, блять. И таунтите, когда он срывается в рейд. Надо встать на максимальный рейд, он будет чаржиться. Надо просто выбрать моба своего, вот так отвести и таунтить, когда он сорвется на ДД. Можно, пожалуйста, не умирать? Всегда слабо умирает. Ой, блять, полипало лагает. Корректно отображаю. На ком есть бак. Умирает всегда слабаки. До товарищей смерти. Свет стоит Влад ДК, его даже не один мост. Ладно, как ты сдох, Нэп? Зачем ты к нему подошел, как? Вовсе вы просили. А ты же был тогда, когда я спрашивал или нет за эту же фигню? Молдазар, ты сможешь справа закрыть руки чуть-чуть? А почему я? Я хотел подамажить. Наверное, потому что. Слышал песню такого? Я хотел подамажить, да, давай я подамажу. Стыцы мешают закрывать дамаги. Ну, надо встать, там, это, потеря ДПС. Давай, я хочу посмотреть, сколько у меня ДПС. Здесь ДПС завышен же. Короче, меньше меня дашь. Начищу. Молдазар это танк, блядь, или... Ладно, договорились. Короче, будешь всегда закрывать руки на руле ЕР, если меньше меня дашь. Им будешь так, конечно, говоря. Будешь свой человек, который всегда руки готов за. Да я тут тактику на фул знаю с закрытыми глазами. Два. Да, я когда ходил, еще типа у нас в Сибирь, типа не ходили, да? Это у нас танки закрывали руки, короче. Ну да, по идее танки. Пошел должны. С какими-то. Типами, короче, не помню, с какой гильдии, там хуяк и все закрывают руки, но я им типа накидываю потом, а чё за хуйня, он... Нет, у нас гейт танки будут закрывать. Я же не варом здесь, магом. Какая разница кем? Один стак можно хапать. Ну один, да. Ну вторую можно, даже два. Магом два можно. Если я хантом закрою стак под детерой, стак засчитается, нет? Нет. Лёх, там у этого вара твоего есть танк? Маги же вообще-то три руки закрывают, алё. Там не важно, как ты, можно в иммуне закрыть, главное, чтобы там кто-то... Вага спалил контору, зачем ты рассказывал? В раз спекнешься в танк, поделишь урон живой. Нету у него спека. Чё нету? Справа рыбу поставил. Что, надо или нет? Тут, по-моему, вилки вообще ничего не помогает, да? Че, на рыбу сели, что ли? Воткнул ее в стену. Справа. Хвост один торчит. Нет.
А, нифига. Так, короче. Я пойду справа закрывать. Эта тварь закроет квадрат. Резист и Молдозар, встаньте в крест. Там позакрываете. И все РДД закрывают трусы. На пол на Войда в Раска делит. На баф, на готовность. Прости. Только на пул отдавать сейчас. Он не таунчится. Гера будет? Я ждал агро. Закрыли руки. Сзади закройте. О, 55к, давай. Мосса, сгинь все туда назад. Немного. Это я закрою. Закрою, закрою. Смотри, мой ДПС. Тусак закрыли. В мелизоне руки. Сзади закрой. Найс, меня шотнуло для ручки. Я на 6-м месте по ДПС. Дай БР. Ну теперь меня обогнал, конечно. Тот самый единственный, который на груди ДПС мерит, да? Так я хотел посмотреть как раз свой ДПС, поэтому... Тут смысла никакого нет смотреть. Мне просто интересно, ну. Сзади, сзади. Вот если бы не умер. Поставил порт. Ты был бы крутым. Нет, понял. Дал бы больше, чем пени. Механизм. На сову нормально тренирует механизм, это ебучий. Это человек, который будет закрывать постоянно руки. Неплохая, если лучше ничего нет. На сову бы взял. Рад. Детектор пароль сразу не могу его себе взять. На оф. Так, шатрат, да?
Всего тебе прости, хорошего. У тебя есть, похоже, уже. Я портнулся, может, поэтому? А, у меня нет такой третий. Кто тут остался еще? Так, Вар спрашивает, на магика может остаться, если что? Да, пускай остается. Помнишь, с кем я разговаривал, с Фарада? Помнишь, я говорил то, что полотенчик дал, как 8к, ты мне не верил? Но. Ну, то есть он просто тут раз ручки закрывал, поэтому он дал 20. Понимаешь, здесь фрост магу негде даже настакивать. Так это я знаю, но он мне писал, он, я говорю, сколько ДПС на груле даешь, он говорит 8. В итоге мы пошли с ним, 20-ку дал. Понимаешь, там даже с пула не было 80. Я не могу понять смысл человека. Даже здесь... под Герой, понимаешь, у него с пула идет Гера, стылая кровь. Он даже с пула не смог дать там хотя бы 50. Ну да. Ну, если он заведомо пиздит, потом... Но он наебал меня, короче, походу. Зачем ему идти в рейд там, где он не даст? Логика этого пиздежа какая, я не могу понять. Один пиздит, другой верит. Так смысл, он идет и тут же доказывает, что он пиздобал. В чем профит? Как этот тренер работает? Если на персонаже ваш атакующий заклинает? Я бы даже не поверил, если бы он сказал 35 или 40, но... Детектор как работает? Да. У меня Казума и Касхона. Чтобы было, тогда они еще и более-менее будут что-то давать. Но нас заставляли их одевать. То никто не хотел. А можешь рассказать, как работает? Там дебаф вешается от каждого, и получается, когда на 5 человеках, плюс там 175 или сколько-то СПД висит постоянно, прокает. Казума, смотрите. Бля, детектор хорош только, когда он не один в рейд. Да, 5 оптимально. Ну, ходили мы и по 5 с ними, но у людей, грубо говоря, там были лучшие трини, они не хотели просто его одевать. Так, а зачем даже мне... У меня на ШП был он. 260-я голова для чего мне? Просто так. Подарок. Типа на бис? Отдай детектор прости. Обмен кинет пусть. Тогда еще ЦЛК даже не было, когда мы тут ходили, по-моему. Либо только нормал был. Сейчас, Мишаня, подожди, короче. Я побуду Рома на паузу, иду я обратно. Скоро через 6 минут можно будет соскочить. А почему Фарада меньше, чем я дал? Потому что я руки закрывал. Фарада... У меня этот ДПС с 44 тысяч хп. Ой, 44%. Силобездна, ты зайдешь? А, ты на пристеп? Просто на офф спек? Да, я же сказал на офф. Ладно, ладно, я чё, вообще не против, я не знаю, зачем мне дали, я парол проиграл. Вижу. О, а голова кому нужна, нет? Пошли чиститься. Осталось за анролик два токена, Грул Магик и будет Лемокс. Надо кому-то. Мне последний остался. Последняя печенька и я в хул. Не, ну печенек еще нету. Вот тут есть 45. Ну вот у меня все Т4 пропеченены, кроме одного. Пропеченены, блядь. Фиговое слово, да? Ага.
Когда читаешь эти названия, кто их придумывал, в каком состоянии? Слышишь, Эдвард, сколько попало сегодня? Сколько общего количества? Хер его знает. Два сколько вводил полосу? 36 было, если не ошибаюсь, плюс 2. Не, там больше. Сейчас посмотрю. Чтобы понимать, завтра ты это соберешь или нет. Чтоб я быстрее начал собирать. Сейчас, подожди, я скрин посмотрю. Следующий мой ред. У меня общее 43 сейчас там. Еще 7 осталось мне. За одну ссылка на гер. Нет, если 7 штук упадет, то да. Чем упадет, ссылка? Лёха, тебе на это, на паладина надо 250 или меньше? Да. Что там с гильдхаусами? Все утихло опять, да? Так же, как отдыхал. Форуме написали, что что-то готовит это. Значительно, скорее всего, открытие. Прям ты заходишь в гильдхаус, а там дыхасты. Угу. Вот так они сказали, будет, но... В какую среду? Они типа, ладно, ГХ, а чё с ПВП островом, с новыми шеями? Ну там как раз таки это все вроде как взаимосвязано. Вроде как. Я слышал, в среду будет одно. Блять, им по сути ничего придумывать не надо. Уже, блять, во всех других играх все, блять, придумали. Просто реализовать надо это. X10 же говорят, есть, да? Или там было? Нет, на X10, по-моему, нет его. Там прикольные гильдхаусы, которые. Смотри, типа... нихуя. Я Мишкой жопой танчу. Они просто там не как бы не отдельная локация, она как бы в мире игровом. Да там какой-то чувак, я понял, жалуется, что какой-то тип зашел в их НГХ и пиздит их. Скоро там. Угу. Зашел в НГХ и пиздит их. Амир. Так, чё кинет? Уже уснул. Боже, не дошел до дома. Рыбка у ворот. Так, завтра первая хата, Джайна. Вечерняя чё, целка? И вечером или целка, или ЗСК. Онлайн осталось, посмотрим, чё по рейду будет. Лёха, во сколько первая? Что первая? Первая хата во сколько? Первокат, не знаю, конечно, завтра увидим. Ну, сегодня, по крайней мере, вечером. А сколько вообще слот на нее стоит? Лёх, может ты это, палом пойдешь на боссе, войд на Я уже на ДК захожу, блядь. Ты шутишь, буду на пала сейчас грузиться минут 10, блядь. Сразу сказать нельзя а было. У нас будет трэш танчить тогда. А чё там танков нету у тебя или чё? Да и похуй, я один могу потанчить. О, будет трэш не протанчишь что ли? Кого, и босса, и трэш? Да похуй. А босса, допустим, в раз. Кого? Да ебать, затанчиться, захилите нахуй и всё. Давайте я не буду, я хочу спать. Ну я Вару написал, чтобы он трэш помогал. А, он... Геру, ты чё, когда будете давать? С пула, нет? Желательно с пула. Делор, сдай сумму. Я сумоню. Тык. Главное, на пол залечи на мишку. И у нас я могу зайти босса соло подержать на танк. У нас просто получается 3 хила, потому что муркотика это сова.
Ты меня слышишь, нет, Фарад? Ау. Жена пекни в хила. Я говорю, если давай, танков давай. Не хватает, я могу зайти соло, потанчить босса, остальные там кто и есть, пусть трэш потанчит. Муркотька. Ну, ну давай. Ну, а Женена в хила, да. А это просит, дашь там сист. Не знаю, спикнешь по. Так, все, все будем все. Да? А у тебя есть линжа, женой? У меня есть, а что там не надо? Да, Лора, заходи на танк. Если у него есть линжа, я могу ему поставить. Он взял шмот. Есть рыба, просто умирал. Че, кубы? А, не, не надо. Не надо. Кубы назначил. Третья группа. Плюс чат поставь, кто кубы хочет нажимать. Как много плюсов, блин, сбился со счета. Как в обычке нажимается или что? Я просто кайф меня. После каста. После каста. Да в обычке. Блять, есть время прожать, блять, наверное. Полчаса. Там куб вообще не активен. Он становится активным, и его надо сразу прожимать, как он активен. То есть вы даже раньше времени прожать не сможете. Ну давай. Какая разница? На крест и на ромб. Ну, Неликс пускай станет. Короче, Неликс на крест встает. Черн-тролль на ром, да, портал. РДД поставь там быстро. Да нафиг сам прожать 2 секунды, блядь, ты чё ж. Так, Жужина суманули, посуманули. Блядь. А, Делорус, стоп! Делорус, ты заходишь? Я уже в рейде сижу, я уже здесь. На ком? На танке. На декаун. Короче, первый танк. А, всё, вижу. Ты вагон. На пул на квадрат дадите, босс. Может, пускай он танчит? А, да-да-да. Че, может, бомжей? Надо было раньше. Я просто в этой каше. Штраф 6 воронок. Там еще Войд Вар с тобой на трэше. Лапу дайте по крестам. Лапу и... Что там еще?
Ферн-тролль поставь, портал сразу в ромб. Надо будет прожать куб, просто портанешься и все. Крик на ап. Гера. Чат Мактеридона посмотрели добав свой. Убы 20 секунд. Жмите как активный стан. Нажали. Пускаем. Держи. Чем дольше держим, тем больше урона. Делорус, подводи по трешак туда его. Фаза будет. Отошли ко входу. Не спыльте. Доливайте трэш, там босс лужа. Гимн хп дайте. Даю. Жужин БР по Хирварду. Войт могу дать БР. Кому говорить? Пока не надо. Лапу прожми. Лобик, чуть подойди к боссу, я тебе истерику дам. На шамана топчик. Журавль тоже топчик. Для друидов.
Шо, кроль? Ого. Кто там выиграл? Void Beast. Чё? Чё, ты даже не понял, что ты выиграл мешок? Охуеть. Не понял, значит не получает. Следующий парол у Hellfain. Чё за мешок? Ну ты-то... Следующий, говорит. Не знаю. Инклюзия надо. Ты на четвертом месте. У меня. Нет. Нормально. У людей есть телевизор, но всю квартиру. Надо сходить. Криты хорошо зашли. Лёх, те, кто сидят, шестая, восьмая пати, им начисляется? Долорус начисли, не забудь. Ну, они же на РТ пришли, значит, им кажут. Но КД у них висит. Мы повесили КД, там заранее не предупреждали людей, начнем с этого. Мы помогали Бойду выбить ему печеньку. Он себе ее анролил. Типа, ты заранее людей не предупреждал, поэтому... Я типа, сам об этом узнал только сегодня. Ну вот, значит, и мы... В календаре ты стрелял. Главное, они в рейде есть и все.